Кстати, мы не обсудили долю Человека-дождя. Что? Какая доля? Он же не просил ничего. Между прочим, именно Человек-дождя везет твои деньги через границу. Он даже не знает, что такое деньги. Человек-дождя, сколько стоит бутылка воды? Мне без газа. Ага, так сколько она стоит? 50 евро. Ладно, а сколько стоит машина? Быстрая, да? Допустим. 50 евро. Вот, пожалуйста. Человек-дождя, сколько ты хочешь за вождение автобуса? 50 тысяч евро. Какого черта?